Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике мы станем самым настоящим капитаном средневекового отряда и поведем его, конечно же, к победе в игре под названием Warlords of Roblox. Я наткнулся на эту игру не то чтобы прям недавно, но и не то чтобы прям давно. Эта игра мне очень понравилась, я уже здесь накопил достаточно много денежек, чтобы купить очень-очень прикольных юнитов. Вообще в этой игре очень всяких много различных юнитов. Есть всякие там кавалерии, мечники, даже какие-то непонятные люди. Но Джон Кобра хочет себе купить ассасина. Просто посмотрите, как же прикольно они выглядят. Но сейчас у Джон Кобры совершенно другой класс. У него какие-то щитовики. Вот такие вот мужички крутые и очень опасные. И вот именно с этими мужичками мы сегодня будем играть. Этот класс мне, конечно же, понравился. Он очень прикольный. Вообще, Джон Кобра любит всякие средневековые баталии. И вообще, в принципе, достаточно сильно любит историю. Ну что ж, давайте теперь мы начнем нашу сегодняшнюю игру. Так, давайте сейчас зайдем в какую-нибудь команду. Вот, Battle там. Так, правый сервер. Будем играть сегодня за инвайдерсы. Знаете, вот инвайдерсы и дефендерсы. Вообще, кстати, странные названия. Инвайдерсы. Ладно. Я бы пошутил, но шутить про такое нехорошо. Да, и мы сами в этой команде, поэтому, да, точно не будем. Вообще, в этой игре мы получаем денежки за победу и за поражение. Для того, понятное дело, чтобы победить, нам надо победить, а для того, чтобы проиграть, нам нужно проиграть. За победу мы получаем, понятное дело, больше денег, чем за поражение. Ну что ж, сейчас наши войска заспалнятся, и вот он, супер-супер крутой и стильный Джон Кобр. Так, ну что ж, давайте теперь пойдем в атаку. Вперед! Орда подписчиков. Так, нет, это получается не подписчики, это мои солдаты. Это мои солдаты, которых я поведу в бой. Ну что ж, вперед, 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 вперед. У нас, кстати, есть специальные боевые построения для того, чтобы наши солдаты сторожались, чтобы они держались. И вон, я уже вижу войска врага. Ну что ж, сейчас мы сделаем битву. Сейчас мы устроим сражение. Так, все, собираем наших воинов. И идем в атаку. Вперед! Вперед, 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 вперед! Нам нужно обойти врага, войска противников и атаковать его с тыла. Так, все, атакуем! Атакуем, все, ставим укрепление. Так. Все, воюем. Так, перегруппируемся. Так, все, отходим назад немного. Все, вот так вот, воюем. Так, поддержи союзник! Так, союзника надо поддержать. Так. Все, держим оборону. Мы должны победить в этой войне. Так, союзник, прикрой нас в первую очередь. Мы будем до последней держать наши щитовые комбинации, щитовые позиции. Так, все. Все, у врага остались практически последние солдаты. Так, надо снова сейчас будет принять бой. Так. Все, ставим в комбинацию, то есть в защитный порядок. Все, ставим в защитный порядок. Так, воюем. Воюем. Все, он, кстати, прямо сейчас здесь на нас нападает. О, нет, отходи. Нет, наших союзников избивают. Нет. Все. Быстрее. Нет. Так. О нет. Нас немного, кстати, избивают. Ладно, нам нужно тоже захватывать и другие точки. А то сейчас мы проигрываем. Ну что же, держимся, солдаты. Держимся. Держимся до последнего. Русские не сдаются. Воюем. Так, нет, мы сейчас проигрываем. А нет, вон союзники. Да. Расстреливай их сзади. Ой, ну что-то мне подсказывает, что я немного проиграл. Да, я проиграл, мои войска проиграли, их сожрали. Блин, ну ладно. Короче, расстраиваться здесь на самом-то деле не стоит, потому что мы проиграли битву, но не войну. Сколько мы человек? 14 сбили. Крутые, да, мы крутые. Мы, получается, победили столько человек, сколько могли, и это здорово. Ну что ж, я надеюсь, что наш союзник там с помощью невидимости справится, вот я искренне на это надеюсь. А мы в этот момент сейчас... Да, все, у нас есть одна из точек. Так, сейчас мы будем респавнить наши войска, чтобы мы могли сражаться дальше. Вообще, игра на самом-то деле очень классная, и она как раз из тех игр, которые больше всего нравятся Джон Кобре. Кстати, думаю, музыку-то вырублю, чтобы она нам лишнее... Раз, не мешало. А то вдруг на нее еще есть авторские права, и меня еще за это YouTube сожрет. Так, ну ладно.
сделаем Mood Music, чтобы она нам не мешала. Все, готово, готово. И вообще сейчас, по хорошему счету, захватим Ашку. Это жизненно для нас необходимо, чтобы победить. Потому что сейчас мы владеем по одной точке, и это не есть хорошо, я бы сказал, не есть хорошо. Нам нужно еще одну точку для полного счастья, как минимум, захватить. Так, я там вижу, на других направлениях происходят уже жестокие битвы. Да, кстати, ссылочку на эту игру я ставлю в описании под роликом. Я оставлю в описании под роликом. А, нет, смотрите, тут уже враги, тут уже враги. Ладно, тогда это означает, что на центре никогошеньки нет. Хорошо, тогда мы в этот момент берем центр. Берем центр, берем центр, чтобы победить. Хотя, там на Ашке тоже что-то происходит. Но все, Бэшку мы взяли, Бэшку мы взяли. Все, теперь мы здесь берем оборону, ставим щитовиков. А, получается, там вот эти люди с копьями. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мы, кстати, взяли три точки! А что это такое? Я не знаю, как это получилось, так как это получилось. Но сейчас мы чисто держим оборону, чисто держим оборону. Кстати, можно помочь нашим солдатам. Помочь нашим солдатам. А нет, им не нужно помогать. Все, они сбили щитовиков. Я сейчас помогу нашим союзникам избить этого самого мечника. Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед! Война, 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 война! Избить его! Все, у вражеского генерала нету шансов. Сейчас мы изобьем вражеского капитана, и от него не останется ничего, кроме странички. Даже странички от него в учебниках не останется. Оу, ноу! Оу, ноу, 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 ноу! Надо быстрее перестраиваться! Перестраиваемся, перестраиваемся, перестраиваемся! Все, мы перестроились, перестроились. Так, перестроились, перестроились, все. Держимся, держим, держим строй! Держим строй, держим строй, держим строй. Все, 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 все. Нам нужна срочно помощь союзников. Где наши союзники? Они, наверное, держат контроль на других точках. Так, а мы в этот момент воюем, воюем, воюем. Стоп, нет, кстати, нас пробивают, нас пробивают, нас пробивают, нас пробивают. Так, все, отступаем, отходим, 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 отходим. Отходим, 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 отходим. Все, 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 все. Отходим, отходим, отходим и берем защитное построение. Кстати, нас неплохо так побили, прям реально неплохо так побили. Так, надо Бэшку сейчас отвоевать, все, Бэшку мы отвоевали. Не, хорошие у нас союзники. Так, сейчас мы пойдем помогать нашим тиммейтам на Ашке, Ашке, Ашке. Смотрите, о нет, о нет, о нет, о нет, щитовики, щитовики, щитовики. Все, все, держим, держим строй. Воюем, 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 воюем. Я не знаю, что здесь происходит, но у нас сейчас реально какие-то проблемы. У нас сейчас реально проблемы. Проблемы, причем конкретные проблемы. Наши щитовики хоть и держатся, но реально держатся не сильно, нехорошо держатся. Так, все. Все, защитным построением теперь идем. Не, ну конечно, у нас еще достаточно много солдат, но все равно их уже не так-то и много, сколько бы хотелось. Так, ну и мы сейчас будем поодиночке избивать каждых из солдат. Все, все, все. Вот они, вот они, вот они. Война, война, война! Так, 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 мы должны его победить, мы должны его победить. В принципе, он, конечно, тоже убивает наших солдат, но достаточно не сильно, достаточно не сильно, достаточно не сильно. Так, все. Мы сейчас изобьем остатки его войск, все, остатки его войск избиты, остатки его войск избиты, и избиваем самого этого человека. Не, ну это однозначно победа, это однозначно победа, это однозначно победу, в этой битве мы победили. Кстати, мы сделали уже целый 31 килл, и это очень-очень здорово, мы просто всех разнесли. Давайте сейчас что мы сделаем. Вау, смотрите, противники начинают медленно, наверное, капитулировать. Сейчас мы реально их делаем. Мы побеждаем их и господствуем на всех точках. А они войска ведут, войска ведут. Они на бэшку решили пойти своими всеми войсками. Так, надо срочно прикрыть наших союзников. Прикрыть наших союзников. Здесь война жестокая начинается. Я даже не знаю, где война страшнее. Ладно, нам надо все-таки, я думаю, Ладно, короче, пофиг на вот эту на Ашку. Нам сейчас нужно, союзников прикрыть. Так, 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 все, все, все. Защитное построение, защитная формация. Союзник, отступай, отступай, отступай. Все, все, все. Входим в ряды противников, входим в ряды противников. Надо их срочно отогнать от наших территорий. Все, срочно их отогнать. Срочно их отогнать, еще одновременно с этим отхилиться. Так, 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 так. Не, ну а немного капитулирует. Все, держимся, держим оборону, солдаты. Ни шагу назад, ни шагу назад, ни шагу назад, ни шагу назад. Не, ну мы в принципе держимся, держимся, держимся. Но нет, 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 нет. Так, 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 так. Все, отходим, 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 отходим. Нет, все, нас немного потеснили, нас немного потеснили, нас немного потеснили. Блин.
Я сейчас получается, без союзников мы долго-то и не продержимся. Но я сейчас думаю, вот здесь вот размещу наши последние ополчения, наши последние войска, которых уже нету, и все. Нас реально разбили. Нас разбили, поэтому я отступаю и капитулирую. Блин, сейчас мы проигрываем. Сейчас реально мы проигрываем. Бэшку мы проиграли. Эти щитовики нас вынесли, к сожалению, Да, в принципе, войска мы и были достаточно побитые, но все-таки, это, знаете, как такой небольшой предлог о поражении. Ну а по факту мы реально просто слили. В принципе, шансы на победу у нас были, но мы чисто по тактике проиграли. Ну что ж, самое главное — это не умирать, потому что лишние смерти никому тут в принципе не нужны. А мы, кстати, никого так и не убили. Интересно, смогут ли на... Нам надо срочно сейчас... Наши союзники отбили Ашку. Ой, молодцы. Вообще, мой тиммейт-лучник, он вообще так хорошо играет. Ну все, кстати, мы переспаунили наши войска. Ну все, союзник, вперед. Нет! Блин, у нас солдат улетел в небо. Ну ничего. Мы должны идти на Бэшку. Мы сейчас пойдем на Бэшку и захватим ее. И в этот раз мы же, думаю, вместе сможем уничтожить врага. Да. Я думаю, у нас все получится вместе. Так. Берем. Захватываем точку. Так, мои союзники уже тут. Я не знаю, что там на цешке происходит, но война там реально происходит жестокая. Ну все, Бэшку мы присоединили. Так, и противники, я так понял, решили что сделать? Пойти на захват С. Да. А после этого сразу идти на нас. Ну ладно, мы вот здесь вот и примем их. Так. О нет, их очень много! О нет. Я искренне надеюсь, что у нас удастся выдержать их нападение. Так, все, теперь мы должны просто тянуть время. Так, наш союзник уже приходит, лучник там находится. Лучше бы лучник к нам пришел, потому что все враги сейчас здесь. А боты, я так понял, идут на цешку. Да, боты на цешку идут. Фух, это очень хорошо. Но каким-то образом лучников обойти. Да. Смотри. Так, все. Мы вот так вот будем держать. Так, все, держим оборону. Да, обходите их. Так, обходите. Опа, смотрите, битва начинается. Мы этим воспользуемся, чтобы обойти ряды противников. Все. Обходим их и начинаем битву. Сражение века. Нет, там ведут еще войска ведут. Так. Но мы, конечно же, этим воспользуемся, чтобы перестроиться. Опа, смотрите, он очень неграмотно войска расположил. Все, уничтожаем их войска. Просто уничтожаем все их войска. Да, смотрите, видно, он неаккуратно как-то поступил, поэтому его избили. Его избили. Все, получается, и вот эти вот все войска уже, в принципе, не способны ничего нам противопоставить. Все, убиваем последних челиков. И вон, все, зажимаем, он не пройдет. Все, его войска тоже уничтожаем. Нет, мы просто прямо сейчас зажали и уничтожили все войска противников. И победили в этой войне. Вау, да, у нас получилось, мы сделали врагов. Как вы поняли, игра эта очень-очень прикольная. И отчасти она, конечно же, стратегическая, но по большей части это просто эпичная баталия. И просто такая классная заруба, что прямо вообще. Лично Жонкобра любит подобные игры, это из такого вот батального жанра. Мне, конечно же, они очень нравятся. И если вам этот ролик понравился, конечно же, я надеюсь, что вы поставите лайк и, конечно же, подпишитесь на мой канал. А ссылочка на эту игру будет ждать вас в описании под роликом, и вы сможете в нее поиграть, если же, конечно же, захотите. Ну а с вами, конечно же, был Жонкобра. Всем спасибо за просмотр и всем пока!